Ну, просто решила, знаете, взять и попробовать, а получится ли у меня опять что-нибудь снять. Вот там, кстати, Вилька гавкает, Данька с ним гуляет. Это карточки. Да. Я знаю, многие эти карточки собирают, и сегодня в магните, представляете? Мы заходим, смотрим, толпа народу, короче, куча людей. Вот новые карточки. Думаю, что там такое, халяву, что ли, что-то раздают, подходим, а там карточками обмениваются куча взрослых людей. Я не знаю, с какой целью, может, это просто они из-за карточка. Детей, может, сами коллекционируют. Карточка, ага, карточка. Крутя. А эти новые карточки. Угу. И идите, и посмотрите новые. Пока свои карточки, а я покажу, какие, какую еду мы купили сегодня. Так, такой коробчик, это сдачи. Молоденький. Бананы. Вот это же надо чек показывать вам искать. Давайте я не буду, потому что я уже это отвыкла. Чек искать это время надо. Это какао. Да, какао купили. Три пачки. По-моему, по 12 они были. Где одноразовый какао, прикольный. А где третья пачка? Там где-то есть бананы. В магните по 46.30. Это все в гипермаркете. Нормальная цена такая, да? 46.30. Мы, короче, брали, вот они три. Наша первоклассница, наша зайчка, да? Мама, где моя? Сколько мама слез там пролила, вернее, на 1 сентября, не пересчитать. Так, прянички, тоже там 40 с чем-то рублей. Они в магните, я не знаю, что это за фирма, написано Магнитогорск, улица Фадеева. Они там с орешками были, мягкие, такие хорошие. И вот эти шоколады. Еще какие-то с орешками. Да пусть открывает. Одну хотя бы дайте ему открыть. Что прям нельзя, да нельзя. Все. Самому маленькому. Сыр такой. Он, я не помню, тоже около 50 рублей стоил с ветчиной. Мама, я подаю. Ты открыл тоже, да? А что? Шоколадки вот эти вообще стоили по 36, что ли, рублей. Я посмотрите. 70% какао. У меня муж такие любит. Чувак. Это не сок, это чудо молочное. Я вам сейчас йогурт подогрею, пить его попьете. А это завтра будете. А сейчас йогурт будете пить. Хочу это. Вот так. Мяско. Да, вот такой карбонат от Глории. Две взяла шоколадки. Если он не будет есть, ну, сомневаюсь, они у нас не лежат, он их быстро там. Дети не любят этот горький. И конфеты там есть, бабушка, да. А папе мы взяли такой шоколад. Ну, говорю, в магните, в гипермаркете сейчас он вообще копейки стоит. И когда он стоит копейки, я уберу. В этих пачечках 4 карточки. Ничего себе! Так, 2 Меладоры муж взял, я не знаю, не помню. Это пачек. Не знаю, сколько стоит масло, потому что я говорю. Это он взял 2 там. Это доширак. Мама вышла на работу, иногда мама выходит с работы и ест доширак. Потому что мамы-то нет, кто готовит еду? Карточки! Да, папа. Папа у нас недавно пожарил картошку. Это был праздник. Карточки, да. Карточки! Апельсин. Да мы поняли, зайчик, не кричи, что это карточки. Апельсины по 67.70. Хотя вот мы взяли фрукты, а потом, знаете, купанули, потому что на даче родители нам дали очень много своих яблок, виноград, сейчас позже покажу, овощей. Думаю, зачем мы взяли магазин? Так, дальше продолжаю. Ой, да, что показывала, не помню, в общем. Хлеб был, что-то тоже в магните, в гипермаркете, недорогой, что-то... 20 рублей, что ли, вот эти 4 булочки или сколько. 4 такие, 4 вот такие, типа как хот-доги. Они с кунжутом, и они очень мягкие. Можно из них делать на завтра гамбургеры. Хотя их по количеству неудобно. Вот нас, например, 5, а их здесь 4. Вот что нам делать? Вот что? Кому-то придется делиться. Так, дальше. Что я показывала, наш любимый Эрл Грей Ахмат? Я не помню, сколько он стоит, потому что я его даже не в руки не брала. Сметанковый сыр был по акции. Он, получается, по 369 рублей. Вот на 112 сметанковый. Чуть-чуть потаю. Тут дощирак еще один. Зая, я думала, ты все-таки купила этот, другое мыло, которое антибактериальное. Пижаму одел? Пижаму? Да. Молодец. На ушко сказать? Давай, скажи.
Когда в понедельник, зайчик? Осадик. Понедельник, зайчик. Скоро, послезавтра. Ты поспишь ночь, а потом еще раз поспишь ночь, и тебе в садик уже. Вот такое мыло с клубничкой крем-мыло. Лактимилк. Я думала, он абсолют купил. Ну, ладно. Обложки. Что-то сейчас думаю, для чего они. Что-то высоковато для тетради. Довольно плотно. Не знаю, для чего они подойдут. Обложки — это такое тело. Они даже за четверть умудряются истрепаться. Чего там ругать? Кофе на работу взяла. Хотела я арабику. Я люблю очень эту московскую кофейню на паях. У меня муж любит. А арабика была только в стекле. А я хотела взять на работу это. В мягкой упаковке взяла суаре. Он помягче, немножко другой. Самый шикарный, мне кажется, арабика. Ну, из кофейни на паях. И стоит он всего лишь 100 рублей с чем-то там, с копейками. Он еще был по акции в магните тоже. Ой, не знаю, близко, нет, снимаю. У меня там провод просто на хороший. Тоже вот эти были по акции. Стоили дешевле, в два раза, чем обычные, рублей 20. Что-то зайчики приходят тут ко мне. Один за другим, одни зайчики. Вот не могу прямо, а? Мяу. Все, спокойной ночи, давайте. Ходит. Еще одно масло. Покойной ночи. Колбаса Глория. На завтрак. Обычно мы утром, вот, хоть и встаю за полтора часа до выхода, все равно мало времени. Бутерброднее, чем ту кашу надо. Вот, кстати, я купила кашу, хоть надо варить, не знаю, на ночь ставить в мультиварку. Сметана. 70 рублей, по-моему, 20%. Хотела купить за 60, Давлекановская там была. Тоже 20%, но она жиже. И я думаю, нет, все, возьму я свой любимый. Не сэкономила. Вот эти соусы тоже были по акции. Я смотрю, новые какие-то. Ну и думаю, ладно, возьму, попробую. Это болоньезе Хайнц. Наверное, томат с базиликом и с чесноком. Макароны мне тем более мама дала. Много макарон. И это... Ну, там с работы им дали. Покупали там на работе, на складе. И я думаю, как раз соусы к макаронам и болоньезе. Ай, какая? Карбонара. Вот что-то Марк тут нашел. А, это я сумки достала. Я когда-то давно покупала и старые сумки сегодня копала себе, достала. Завтра давайте открывать. Все, сейчас спать идите. Так. Старший тоже спать ложись. Ножницы Данил попросил в школу ему. Кашу. А? Зуб в мешочек. Ну, возьми сам на ножницы свои. Зуб у Данила выпал. Он с фею ждет сегодня ночью. Мешочек пришел для зуба просить. Такие вот были тоже по акции у них. Дешевле, чем обычно. Хлопья пятизерновые. Но я даже, по-моему, две пачки взяла. Да. Так, это все первое. Первый мешок готов. Данил, унеси, пожалуйста, это по пути мыло в этот, в ванну. И эти персики. 5 персиков взяла. Они по 100 рублей, считай. Вроде мягенькие, ничего хорошего не пробовала. В холодильник положу. Я люблю, когда они холодненькие. Прям персики сочные. Вот я про пряники говорила. Вторые с орехом. Вот. Ну, на развес там же отсидно. Мне кажется, дешевле все равно. Это дети захотели. Коктейль «Молочное чудо». Несквик вот они показывали, хвалились. На это такие одноразовые. Ну, кстати, удобная вещь, наверное, так. Хотя экономичнее, мне кажется, брать большой. Это Маркушина любимая зубная паста «Сплат». Но она не дешевая, не самая дешевая там. Но он так ревностно относится к своей зубной пасте, вот поэтому... Другой он не будет чистить. Хотя старше мы уже покупаем проще что-то. Хотя вот эти все равно Сплат очень хорошие. Но зато она безопасная для проглатывания. Ай, бальзам решила попробовать вот такой. Густые, роскошные. Ну, вдруг станут прям густые, роскошные сразу. Маркуша, ложись в постельку, зайчик. Не мама, давай. Давай, считай там в постели уже. И гель для душа у меня кончился. Приятно пахнет малиной и пион. Прикольный такой. Смотрите, розовое все. Красивое, розовое. Кашки вот такие. Вот вторая пачка.
Еще там были традиционные. Это уже не это, не по акции. Увелку люблю. Она стоит намного дешевле, чем вот это вот ясно солнышко. И грамм, по-моему, столько же. Ну, чуть ли не в два раза дешевле. Но и качество отличное у них, не знаю. Мне очень нравится. Опять чай. Там еще один доширак и еще один несквик. И вот арабика, это домой взяла я поставить. И тоже, это уже в красно-белом. Муж купил такие вафли, я их обожаю просто. Они такие вкусные. Я не знаю, они в них вроде ничего особенного, да? Вот такие на развес еще всякие разные продаются, но мне они не нравятся. А вот именно от Яшкино, они какие-то прям супер классные. Они, во-первых, хрустящие такие. У них такой вкус сливочный, не знаю, как будто масляный, сливочного масла, не знаю, как объяснить. Но они очень крутые. С кофе это будет бомба. Я вот одну возьму на работу, а одну взяла домой. Ну и взяла еще вот такой каймак. Как я без него? Давно уже не брала, несколько месяцев, наверное. А, так соскучилась по нему. Мы так давно в городе не были, так давно не были в таких больших магазинах. Чаще мы здесь что-нибудь там купим, что надо, сидим и все. Так давно не закупались, как-то все у нас не ладится. То не это, то это не то. И говорю о еде или о чем вообще? В общем, я очень люблю его утром на завтрак. И, кстати, мои дети тоже очень любят. И муж тоже. Вот черный хлебушек или белый, ну лучше черный. Вот этот вот сырок сверху, огурчик или помидорка посолить прям из кофе, это просто вообще блин. Так, и тут еще дары сдачи. Виля у нас тут. Виля у нас тут такой красивый, красивый мальчик. Прям вообще красавчик, жених. Жених у нас тут. Вот. Виля? Так. Все красавцы. Рыжий вообще красавец. Вообще рыжий самый красивый. Да. Ты голову убери, опять висит она в проеме. Ну. Давайте, идите. Что, вы в джинсах, не в трусах? Петрушечка. До сих пор еще куча петрушки. Петрушки всегда много, даже, не знаю, лишнее остается, и морозишь, и все на свете. Помидор опять. Смотрите, какие помидоры. Смотрите, какие огромные. Кто-то меня когда-то спрашивал сорт. Я не помню, отвечала или нет. Я у папы спрашивала, он, по-моему, тоже не знает, что это за сорт, или знает. Короче, вот когда я буду у родителей, напомнить мне как-то ментально, чтобы я спросила их, что это за сорт, потому что они очень большие, очень. Они все, как, смотрите, и они, ну, вообще, такие перцы, смотрите. Классный. Это перец болгарский. Вот они такие еще. Это там еще у нас чили был. И чесночок. Чили не давал, по-моему, где-то. Не давал когда-то. А, не. Чесночка взяла. Так, тут это наполнитель. Для котов. Морковку. Вот, прикиньте, редиску посадили, выросла. Классная. Свекла. Плюша показывала. Вон у Плюша сидит. Плюша. Кс-кс-кс-кс. Плюшечка. Плюш, Плюш, Плюша. Юмочка из Плюша. Что там? Ксюша, Ксюша, огурцы. Убирать их надо, пока не завяли. Вот, короче, такой мешок тут всего. И конец. Это мне брат дал. Поделился кукурузой. Мы заезжали в гости, тоже завтра будем варить. Вообще, я обожаю кукурузу. Кто жил в деревне, рос, тот помнит, как когда сезон начинается, что случается. В общем, вообще обожаю кукурузу просто вареную. Так, здесь яблочки. Такие желтенькие. Вот знаете, раньше мешками папа приносил домой. И этих мешков за неделю, этот мешок за неделю съедался весь. На улицу таскаешь по килограмму, чуть ли со всем двором хрустишь. Мы как-то это раньше больше ели, чем сейчас дети едят. Вот я говорю, огромный мешок из-под картошки папа приносил. Мы изгрызали вообще, как семечки, эти яблочки желтенькие. Они сладкие, классные. А это уже их другие яблоки. Тоже я их не пробовала еще. Я из них только шарлотку делала. Не довелось попробовать. А дети едят. Груши, сливы уже отошли. Абрикосы отошли. Ничего не снимала. Много чего там на даче интересно. Там все в цветах, там все очень круто. Вот смотрите, что еще покажут. Ходит, ходит, опять ходит, ходит. Виноград. Вот это вот, кстати, желтые помидоры. Это Ритина. Рита не любит помидоры. Но вот желтые помидоры Рита ест. Поэтому дедушка специально для Риты. Специально только для Риты. Ложит желтые помидоры.
Вот их она ест, а вот другие вот ненавидит просто. Виноград тут разные сорта. В этом году он не такой крупный, но все равно вкусный, сладкий. В том году, кто помнит, я показывала, он был как магазин, и прям один-один крупный, сладкий, вообще здоровский. Этого вообще очень много, винограда черного. В том году он был крупнее. Просто надо было, наверное, немножко отщипнуть лишнее. Деда его оставил много на вино. И вот дал детям. Они его съедят завтра, я думаю, весь черный. И вот смотрите, сколько еще. Надо на балкон поставить виноград, чтобы он это не скисал. И тут зеленого, тут разный. И с косточками, и без косточек, и сладкий, и покислее. Вот видите, уральский виноград. И опять же, в этом году он мельче, в том году вот он был вот такой вид весь, еще и больше. Че, Плюша, виноградик хочешь? Мы-то не будем, деда будет. А, еще знаете, что покажу? Да, этот весь вы будете есть, смотрите, тут все для вас. Все вы будете есть, Рита, голову. Не высовывай, не дай бог, там кто дверь будет проходить и заденет тебя. Рыжего достали, уже он уже не может. Они все тащат всегда его спать с собой. Он уже говорит, не хочу я спать, отпустите меня. А серого еще, серый на даче еще. Серый приедет, будет им полегче, да? А рыжий вырос, да, стал такой котик большой, красивый. А Марк тоже вырос, он стал разговаривать, говорить такие слова, что вы даже и не представляете себе, да? А Степа умеет. С этой стороны тебя не видно. Сегодня еще к племяннику ездили Степашки, и он тоже вырос. Не видно. А Степа умеет. А где я? А где я? Где ты? Ты там. Степа умеет ползать. И сидеть. Угу. Отпусти его, не хочет он спать, он еще погулять хочет. Отпусти, Маргарита. Давай, отпускай. Он мяукает, значит, он хочет уйти. Давай, отпускай. Ну что, Виля, покажем закатки наши, да? Покажем закатки, да? Да? Угу. Вкусненькое тут что-нибудь есть, как думаешь? Ой, сообщение выскакивает. Сообщение, уходи. Так. Вот моя батарея. И вот вы знаете, здесь где-то 1/3 нету, потому что у меня какая-то беда в этом году. Либо я забыла, пропускала год консервации. У меня взлетели все огурцы. Причем постепенно они взлетали. Некоторые сразу помутнели. Я их даже переварила, слила, там все сделала правильно. Все равно они опять. Я не понимаю. То крышки, то я уже поменяла ключ, то я не знаю, уксус. Я уже все поменяла, все равно они все помутнели. И помидоры тоже почти все. Осталось вот 4 банки. Я так вкусно мариную помидоры с луком, с петрушкой. Я, может, из-за петрушки, ну, огурцов. В огурцах-то не было ж петрушки. В общем, это. У меня еще здесь томатный сок. В таких еще есть там в 3-литровках. Вот здесь компоты, вишневый. Вилюня, отойди, пожалуйста, зайчик. И этот. Миля. Этот абрикосовый с апельсином очень вкусный. Так, идите. Кабачковой икры немножко. Здесь кабачковая икра еще. Здесь просто томат, здесь томатный сок и кетчуп. Ну, аджика. Аджика и этот огурцы. Вот одна банка спаслась. Ну-ка посмотрим, нормально стоит. Одна банка огурцов. Остальное все стоит пока. Не знаю, надо в погреб. Зачем ты Вилю зовешь, Данил? Вилю, хочу в кровать взять, что ли? Тебе кота не досталось? Все, знаете, вот все остальное в следующем видео расскажу. Что случилось там. Нет, вернее, не так. Что случалось, что происходило. Как мы провели лето. И все так далее. И все остальное. Всем пока.